У Самарской области есть все шансы стать крупным туристическим центром страны. В этом уверены не только региональные власти, но и участники туриндустрии. Прошедший чемпионат мира доказал, что регион интересен иностранцам. За время Мундиаля область посетили 500 000 человек из сотни стран. Поддерживать турпоток на высоком уровне могут помочь новые подходы. Их обсуждают на 6-м форуме «Турпритяжение». В этом году вопросы развития отрасли обсуждают в контексте национальных проектов. Развитие туризма, этому посвящены в том числе там, и отдельные задачи, которые поставлены, особенно развитие внутреннего туризма. Идет именно работа над созданием долговременного продукта, над именно глубокой и долгосрочной программой. В рамках национального проекта поддержка малого и среднего предпринимательства, международная кооперация, экспорт, производительность труда и поддержка занятости. Перед сферой туризма открываются новые горизонты и возможности. Городской округ Самара в лице Департамента финансово-экономического развития, инвестиций и торговли помогает малому и среднему бизнесу в сфере туризма в части проведения совместных выставок международных. Их будет проходить до конца года еще 10. Кроме того, мы обучаем малое и среднее предпринимательство. В регионе появляются новые точки притяжения туристов, открываются музеи, разрабатываются новые маршруты. В планах открыть горнолыжный курорт неподалеку от Самарской Луки и развивать медицинский туризм в Сергиевских минеральных водах. Чтобы активнее привлекать молодежь, в регионе пробуют и совершенно новые проекты. Совместно с РЖД реализуются турпоездки в театр «Лучше поездом» и «Поезд на пленэр». «Поезд на пленэр», можно сказать, что это был действительно молодежный проект. Приезжает молодое поколение художников, особенно из Башкортостана и из Ярославля. Приезжают люди, которым интересно не только познакомиться с Самарой, познакомиться с регионом, но и попробовать себя вот в новой стезе уже как художника. Участники форума «Турпритяжение» считают, что у Самарской области большой потенциал и в развитии гастрономического туризма. Здесь рыба, здесь земля замечательная, здесь все, что угодно можно приготовить из географических продуктов и преподнести. У вас есть хорошие рестораны, у вас есть хорошая история. На форум в Самару приехали участники из 14 городов. Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Самарой, Уфой и Ульяновском. В программе форума проведение практической бизнес-сессии. Пройдут тренинги для менеджеров отелей, туроператоров, турагентов, экскурсоводов. Также состоится конкурс «Лучший в профессии гостеприимства городского округа Самара и Самарской области». Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.